Сегодня я буду врачом в Брукхейвен. Я никогда не была врачом, и надо попробовать. Я сегодня, во-первых, должна переодеться, удалить какие-то, вот, например, удалить руку, а то, знаете, как-то отрубленная рука на враче не очень внушает доверие. Сейчас мне нужно выбрать, значит, халат. Вот такой у меня есть. О, смотрите, тут есть несколько вариантов. Есть вот такой вариант, есть вот такой. Ой, мне вот такой нравится очень, знаете, так дорого смотрится. Это, я так понимаю, больничный вариант. И здесь есть еще вот такой вариант тоже. А, это скорее всего какой-то ученый. Короче, вот этот вариант мне больше всего нравится. Мне кажется, прям отлично. Смотрите, у него еще вот эта вот штука, которая слушает, как ты дышишь. Не знаю, как она называется. Стетоскоп. Вот. Итак, что мне надо из арсенала, так сказать? А мне нужно, конечно, вот эту больничную палату, точнее, койку. Короче, вот эту передвижную койку, вот эту штуку, укольчик, чтобы сделать, таблеточки. А, это нет, смотрите, вот это вроде как. Кто же она проверяет? Я не помню, оно вроде раздвигается. И нос, короче, это ухо, горло, носу нужно. А я не ухо, горло, нос, поэтому мне эта штука не нужна. В принципе, взяла все вещи, ну и, конечно, мне нужна какая-то машина. Вот такая вот emergency. Вот такая emergency тачка. Отлично, ну, в принципе, у меня все готово. Я врач, о, нет, подождите, я забыла, мне же нужно профессию выбрать. Профессию врача. Нашла я доктора, и так, все. Я, в общем, готова спасать людей. Ну что, наверное, нужно спасти для начала вот эту девушку. Нет, смотрите, парень тонет. Мне кажется, ему плохо. Ой, он какая-то крыса. Ребята, может быть, ему плохо? Или что, он какой-то хакер? Ладно, ему, наверное, нормально. Итак, что у нас здесь? О, все, поехали в больницу. Ко мне сел пациент первый, погнали в больницу. Нет, в смысле? Алло, садись, ты куда? Убежал парнишка. А, все, ему плохо. Плохо, везем его в больницу. Больница, приехали. Приехали в больницу, срочно достаем носилки. Парень, давай, садись на носилки. Куда ты убежал? Все, отлично. Везем его в больницу. Везем в больницу. Срочно, срочно. Человеку плохо. Ему нужна операция. Операция. Кладем его в палату. В палату. Клади. Ложись. Ложись, говорю. Ой, я человека сбросила. Ложись. О, смотрите, ему плохо. Нет, куда ты бежишь? В смысле ты убегаешь? Пациент сбежал. Пациент сбежал. Алло, ты куда бежишь? Уколы надо ставить. Уколы, уколы. Укол. Куда ты бежишь? Снимай штаны, укол в задницу буду делать тебе. В смысле он угнал мою машину? В смысле ты угнал машину скорой помощи? Ты мешаешь людям быть... В смысле ты увозишь меня? Я ничего не понимаю. Я не поняла. Это какой-то преступник малолетний, а не больной человек. Ладно, и едем искать нормальных пациентов, которым реально плохо, а не которые притворяются, пробираются в больницу и воруют emergency машины. Я считаю, что нужно проехать вот это отделение. Если у нас будет какой-то вызов, надо вот такие еще сигналки включить, чтобы нас все пропускали. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Отлично, у нас тут кто-то есть. Здравствуйте, вам неплохо? Ну, судя по вашим пробежкам, вам хорошо. О, смотрите, ей плохо. Она легла в тачку. Поехали, поехали. Отлично, едем в больницу. Всем с дороги, у меня пациент. У меня пациент. Там опять, там этот чувак на велосипеде. Так, забираем человека, забираем. Давайте, садись на катафалку. На катафалку, нет, не на катафалку. На катафалку еще рано, мы еще только в больницу приехали. Садись на эту. Вот, все, поехали, едем, отлично. Едем, все, ложись, говорю. Мы приехали, ложись на кровать. О, отлично, все, пора укольчик делать. Так, нет, давай таблеточки сначала. Давай таблеточки, даем таблетки. Бери таблетки, говорю. Таблетки бери, о, таблетки взяла. Супер, супер, а теперь укол. Укол надо, извините. Вам, конечно, сейчас будет больно. Знаете, как комарик кусит. Принимаю укольчик. Не поняла. Все, укольчик сделали. И теперь начинаем прослушивать. Не слышно. Помехи, помехи на линии. Так, ну, вроде дышится нормально. Дышится нормально. Слушайте, она вроде поправилась. Слушаем, слушаем. Ну, вроде все хорошо. Куда-то... О, она выздоровела. Ура, ребята, вы представляете? Я помогла человеку. Я очень рада за нее. Девчонка выздоровела. Все хорошо. Садимся снова в тачку и ищем дальше больных в Брукхейвен. Нужно же помогать людям. Итак, отправляемся на спаун. Смотрим, что у нас здесь происходит вообще-то интересненького. Так, здравствуйте, здравствуйте. Саванна. Здравствуйте, Саванна. Вам помощь не нужна случайно? У вас все хорошо? Не болеете? Нет? Все здоровенькие? Смотрите, тут это. Здравствуйте, у вас... Меня вызывают? Меня вызывают. А где? Где? Алло. Ой, тут, слушайте, у меня столько пациентов. Не успеваю, ничего не успеваю. У меня тут телефон где-то звонит. В смысле, у меня из больницы звонит телефон? Не поняла, не поняла. Так, доезжаем, доезжаем. Отлично, приехали, приехали. На катафалку ложись. Ложись, сказала. Все, погнали, погнали в больницу. Супер, едем в больницу. Ребята, я сегодня стольким людям помогла, стольких людей
людей вылечила. Это просто гениально. Ложись-ка давай. Куда едем? Куда ты едешь? В смысле, ты в больницу едешь? Алло. Куда едем, говорит. Все, ложись, отлично. Укольчик. Ты что на пол садишься? Алло. Куда убежала? Это мои подписчики. Итак, здравствуйте. Меня вызывают. Здравствуйте. Я приехала. Вот, это все. Это мы с ней вместе работаем. У нас тут две больные пациентки. Нам нужно их спасать. Укольчик сделай. Еще одну укольчик делаем. Давай, укольчик, раз. Таблеточки взяла. Аня, привет. Всем привет, ребята. Всем приветики передаю. Все, ложитесь. Девчонки, таблетки взяли? Все таблетки взяли, не поняла. Таблетку бери. Ура, все, девочки, все. Лечимся, значит, потом будем выздоравливать. Где моя, медсестра? Алло, здравствуйте. Это моя машина. Так, ну погнали, что? Поехали. Едем дальше искать больных. Ребята, я уже раз, два, я уже 4 человека вылечила. Так, ты куда? Что встала? Поехали. Не туда едем. Едем не туда, говорю. Я говорю, едем не туда. Да ты поехала, там никого нет. Надо ехать в дома. Надо искать больных. У нас тут опять эти девчонки-то все до сих пор болеют, с нами ездят. И что у нас здесь? Ты водить не научилась, что ли? Господи. Ты нормально ехать-то можешь? Ну что ж такое-то? Знаете, с такой вот этой водилкой все люди поумирают. Никому не поможешь. А то она как-то водит очень странно. Давай, почти развернулась. Ура! Давай, поехали. Поехали уже куда-нибудь доедем. А то ты никуда доехать не можешь. Все? Это все, что ты можешь? Ну, это, конечно, извините. Очень-очень плохая emergency у нас с тобой. Ты как бы плохой врач. Так, можно фотку? Ну, извини, какая фотография? Нам нужно людям помогать. Здравствуйте, дамы и господа. Кому-то нужна помощь? Помощь нужна? Здравствуйте, можно помощь? Нужна помощь? О, да, слышите? В смысле меня тачку гоняют? Не поняла. Че ты угнала машину? Вообще, это ужас. Почему все угоняют нашу машину? В смысле, я не могу ставить машину? Надо только сидеть за рулем своей машины, чтобы ее никто не угнал. Ну, фотку можно. Видишь, пока я вот здесь сижу, вот фоткой. Фоткой. Сфоткала? Все? Все, у меня тут уже забилось, да? Все, да, вроде все забилось. Итак, едем. Едем в больницу. Спасать остальных. Спасаем остальных. Нужно всех лечить, ребята. Вы понимаете, как это тяжело. Вот это как бы ни секунды покоя. Итак, садимся. На телегу садимся. Больные. Садимся на телегу. Ты что села-то? Ты сама врачиха. Что ты на мою телегу села? Вот эту поймала девчонку? Отлично. Ой, я тут... Ох, вот это у нас с тобой проблемы, конечно. Ничего не говорит. Давай как-то... О, поехали. Поехали, дорогая. Поехали. Все, не хочешь? Смотри, ты, походу, уже выздоровела. Что тут скажешь? Мы постоянно цепляемся телегами. Не поняла я. Так, я не поняла. В чем прикол? Мне нужна пустая телега для больных людей. О, этого на мотике. Давайте вот его. А он, короче, знаете, он такой. А, он пытается ехать. Слушайте, может быть, ему плохо? Ему, наверное, надо просто в больницу помочь человеку все-таки. У него не все очень-то хорошо, я могу сказать. Ну, давай, слезай. Все, ложись на кровать. Его вообще не особо волнует. Он на велосипеде. Давайте ему таблеточки дадим. Таблеточки. Бери. Так, здесь у нас все собрались, значит, пациенты помогают ему. Отлично, знаете, я считаю, из меня просто отличнейший врач, потому что я помогла стольким людям, я сегодня очень многих выучила, и, короче, все, я вообще просто супер-пупер. Ну, давай фоткайся со мной, фоткайся, давай. Сфоткала? Супер, ребята, напишите в комментариях, как вам я в виде доктора.